Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Много раз повторяю, школа для взрослых, так, айкуштан колутушкешкуш. И сейчас начинаются вот такие курсы. Хойва авуштая, помощник пенсионеру, пожилому человеку, ребенку, инвалиду и так далее. И школа начинается, вот здесь я показываю, с 4.10 по 30.10.24 года. Информационное собрание будет проходить 16 августа. Вот здесь написано время. И, пожалуйста, можете обращаться. Здесь есть телефон секретаря. Вот это Тина, это секретарь. Ну и, конечно, здорово, что сделано вот так. Теперь можно учиться вечером и по субботам. Так что если вы, например, сидите дома или у вас есть другая работа, и вы думаете, не поменять ли мне жизнь, не пойти ли мне поучиться в вечерней школе и в субботу, очень, как говорится, советую. Ну и опять же, кто, например, в декретном отпуске и хочет после декретного отпуска поменять свою жизнь, очень советую, конечно, здорово, что вот так придумано. Ну и все контакты я оставляю вот так. Учеба происходит на финском языке. Итак, молодцы, что они рекламируют в газете «Тамперелайнен» все курсы, которые сейчас начинаются. Вот прямо профессии перечислены. Пожалуйста, заходите на их интернет, смотрите, какие профессии интересуют вас. Ну и, конечно, если вы учитесь на английском языке, эти курсы тоже есть. Пожалуйста, заходите, все узнавайте. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт-привет и удачи, кто хочет учиться.